Правильно? Даже один шаг делать нельзя вперед. Все, сразу бросил. Том, устал, ты устал, да? Возьми и залежи бой. Вот встал, забрался. Вот отдохнешь. Ладно, встал. Макс, у меня тоже плохо. Я не знаю, там или здесь, или... Сыпаться не могут. Сюда. Я не знаю. А что, плохое? Нет, оно с лимоном рыхнет. Послушай, там. Грядки пахнет. Да, наверное. Будет так, очень пахнет. Не первый, дикт, ты кинчай. Стоп! Стоп, смотрите все. Иди сюда. Ложись на спину, спинай. Я у тебя между ног становлюсь. Так, ты не делаешь болевой, вот это, что ты делаешь. Покажи. Раз, да. Посмотрите внимательно. Вы отсюда, начинаете вставать. Вы когда встаете, то не двигайся. Когда вы встаете, рука слабая, она выпрямляется вам. Болевой сразу делают. Здесь наоборот. Не спешите вставать. Наоборот, голову прижмите вот сюда. Нет. Он был уже на ногах. Он не на коленях был. Все равно нужно постараться. Не вставать, потому что рука выпрямляется. Или хотя бы уже вот этой прижми тогда. Потому что идет болевой, даже стойте. Спасибо. Обязательно, не спешите вставать. Как начнем вставать, сразу болевой сзади. Спасибо. Так. Работаем, Макс. И не сюда. У тебя есть левая стойка. Встань и стойка.
Даже много не встань правую, не меня. Ну тогда бросай влево. Разве сколько штиги? А? Молодец. Не стыдно мне. Андрюха, стой! Что ты лежишь, его держишь? Он что, голубом кимоно, что ли? Ну, 3 секунды, ты же видишь, что он мне этот... А, Виктор пришел, да? Добрый день. Добрый день. Опять. Я извиняюсь. Вот смотри. Ты сказал правую стойку. Правую стойку. Правую стойку. Ты опять неправильно борешь. Вот этот запас взял, жестко держит. А здесь не эту руку надо жестко. Вот. Вот. Вот нужно какую руку держать. Вот какую руку, какой рукой не дать запас. Если он берет, отсюда взять. Эту руку постараться срывать одной рукой. Вот, вот ты должен взять. А ты наоборот, встал, согнулся отсюда. Согнулся, дал захват. Все, через спину с колен, чебанятка. Разогревайся. Рука. Надо его тоже вести, чтобы он поборол. Ой, это за мной. Может, вы это. Вы будете менять, он будет один. Вот, руку не пойдет, что, бросок. Он руку выставляет или падает. Что такое? Что здесь помогали? Я вчера с аппаратом работал, если хотел. Нет, уже. Я не так. Андрюха, молодец. Андрюха, сюда. Ты идешь к Пете, но не бросаешь его. А если бросаешь, то стоишь на ногах, стойте, с колен не делай, все равно высокий. Он вообще должен заниматься баскетболом, волейболом, плаванием. Он высокий. Гандболом. Ты борешься с ним. Стоишь прямо. Даешь захват, берешь захват. Ты только в стойке остаешься. Бросок должен в стойке. Все, вот туда заправиться, туда. Все, можешь. Да, да. Владимир, да. Сейчас он забрал. Нет, вроде. А? Нет, да. Еще раз. Нет, там бей. Нет. Ну давай тогда так сделаем. Мне нужна ватка. Это ватка или ватка? Так, надо допустим поставить здесь ножницы. Здесь нож. Здесь что там еще раз? Да? Здесь еще там еще раз, да? Да, еще раз. Здесь одно, а все равно. А все равно, три там еще.
Идешь на драменте. Потому что Алёш. Перевороты, все, что нужно делать? Вот куда руки надо ставить. Сюда, вот сюда засунуть. Или одну, или две. Сюда ни в коем случае нельзя. Сюда. Вот здесь. Вот. Видишь, вот еще подвинуться. Вот отсюда. Ты захватил эту руку. Все. Теперь ты можешь ложиться сюда и отсюда душить. Отсюда переходить на лежание. Руку из. А если ты ставишь, он просто тут руку хватает, начинает подниматься, голову под себя, встал, ноги, все упал, ты уже жаль не ты не чувствуешь? Жопу не чувствуешь? Давай сюда, жопу. Ань, левый. Да. Да. Сырбу. Сырбу. Да. Андрюха. Тимур, он чкомит. Он делает и чкомит, ты стоишь. Да, давай здесь я тебе помогу сейчас. Как раз ржавые, блин. Ну хорошо режут это старые такие, блин. Ну вот эти ножницы. Покажи где. Ага. Юрий Сан, разрешите ночь. Мы так хотим, где она уже сказала. На месте должны быть? Да. Сейчас. Он еще страшно, 35 минут. 35 минут на тебе не виноград давить и фигу показывать тренеру. Это фигу! Я видел за кранового, что ты там вот так вот. Сейчас покажу, сейчас не могу рушить тренировку. Разрешите, я сделаю, я больше не могу. За мной давай. Нет, ну ты ногами туда. Оп! Нет, еще.
Поменял захват, уже можно что-то. Вот, вот, на голову! Макс, там есть кто-то? Там, в тренажерке есть кто-то? Нет. Закрыл? Да. Хорошо. Пожалуйста, чтобы ты... хорошо себя чувствовал. Вот я 2 дня плохо чувствовал, а сейчас стараюсь, чтобы у меня все было нормально. Лид, поставил за шею, он тебе раз бросит, 2 бросил, 3 подвернулся. Ну, поставь ты немножко рук. Посади, вот здесь посадь, пожалуйста. Будешь бороться? Нет. Ты сейчас повесь хорошо. Пусть руку вверх. Сейчас подождите, забрать 2 секунды это самое, я это впущу.
Сверху сюда, Андрей сюда. Вот здесь встаньте, раз, два, три. Некрасиво, некрасиво. Так, вот сюда. Андрей, сюда, быстрее. Сверху вот сюда, максимум туда. Могу сейчас 10 секунд пешка. Так, сюда. Сверху сюда. Аши зэ, три раза, пошли. Неправильно руки за голову, смотрим на меня. Пошли. Уно, двое, три. Макс не считается за ковром. Шинечка чуть-чуть туда. На ковер встань. Готовы? Три раза, пошли. Раз, два, три. Пресс. Боком ко мне. Пошли, пошли. Уно, двое, три. И пошли, три отжимания. Вот так. Пошли. Уно, двое, три. Все. Юрий Александрович сейчас попрощается. Все, вы можете уже встать. Я здесь. Если можно, Женечка, сюда, либо туда. То есть так, чтобы под глубоким кадром. Я на сайте выставляю видео, так что можно будет посмотреть потом. Подождите, сейчас я вас чисто только вас сниму. Так, здесь я выключаю. Выключил. Так, вас я выключил.